Меня, представляете, чуть не утопили. В прямом смысле этого слова. Давай, гребай. Целлюлитные жопы ходят. О, пиво. За все мое короткое пребывание в Крыму на море я лишь второй раз. Сегодня волна немножко поменьше, и я надеюсь, что у меня получится искупаться. И заодно опробую, как работает моя камера под водой. Только что-то мало девочек красивых на море, одни какие-то бабушки, старушки. И целлюлитные жопы ходят. Я надеюсь, кого-нибудь встретим. Вот, друзья, товарищи, вот так же по уебищам, но я все плаваю. Толком плавать не научился. Но все-таки очень хорошо. Подожди, пока стой, давай вот это, блядь, наверху. А прикинь, такое увидишь, да? А, по воде побежишь, поверь. Давай, гребай. Гребай. Ну что ты? Что ты харкаешь? Ну гребешь, что и харкаешься. Ты же как бы в твою реактивную упусти. После эффектного купания пришло время выпить пивка с раками. Будет очень вкусно. Но пиво после такого купания сам Бог велел. Меня, представляете, чуть не утопили. В прямом смысле этого слова. Я даже начал потихонечку со всеми вами прощаться. Думаю, все, мне наступит триндец. Но меня вовремя спасли. Один хороший человек принял правильное решение. И чуть... Короче, все эмоции не передать, но это был полный пиздец. Нормально, пацаны едят пиво с раками. И вот все, зашибись. Так будто рубить тут взгляд. Васик. Раки. Раки. Два. Таких дохлых рака, маленьких. О, пиво. Хорошо. А что этим делать? Данное пиво выбрал. Нормальное пиво. Пивасик с раками. Это вполне. Тенечки нам хорошо. Слегка пообгорели. Сейчас пивасик хрепнем и на базу. Хорошо. Приезжать на море. Ешьте раков. Да.